приглашаем бойцов весовой категории 60 килограммов. Боец представляет бойцовский клуб «Бесиджон». Встречайте, Адылбеков Тилек. Республика Узбекистан. Боец тренируется под руководством Алмураза Гвадильмурада. Бойцу 18 лет. Рост 1,70 м, вес 60 килограммов. Боец является чемпионом Узбекистана по ушу сайна. Абдуллахадов Абдурахба. Итак, дорогие дамы и господа, слева от меня, синий угол. Боец представляет бойцовский клуб «Бесикчон». Тренируется под руководством Бурбаева Массата. Бойцу 26 лет, рост 1,70 м, вес 60 килограммов. По прозвищу Вок Адылбеков Тилек. Справа от меня, красный угол. Боец представляет Республику Узбекистан. Тренируется под руководством Абдуразакова Дильмурада. Боец является чемпионом Узбекистана по ушу сайдо. Возраст бойца 18 лет. Рост 1,70 м, вес 60 килограммов. Абдуллахатов Абдурахман. Боец на середину. Вас!
Готовятся бойцы Гизарка, который 61 килограмм. Талайбек Улу Джон Март и его оппонент Бахтек Улу Пушбах. Готовится. Весовая категория 81 килограмма. Промежуточный бой. Тайчибек Улу Шадыбек, его оппонент Артур Майбек тоже готовится. В этом бою удушающим приемом победу одержал боец Красного Абдулла Хатов Абдурахман.